Так, это мои растения перед домом. Санта-Рита, которая уже меньше цветет, вот только с солнечной стороны. Ну, мы ее и подстригли, потому что она разрастается сильно и очень колючая. Розочка розово-белая. Кстати, вот на одном кусту, на этом, бывает то розовые, то белые, то бело-розовые. Интересный такой кустик. Азалия. Вот для азалии у меня, к сожалению, нету места, потому что она любит вот солнышко. У меня везде тень по участку. А сейчас вот сезон азалии, они очень хорошо, очень красиво растут. Эти цветочки как сорнячок. Растут очень мощно, много. И, ну, правда, их легко вырывать. Ну, цветут красивыми вот такими сиреневыми цветами. Папоротник тоже пожеванный. И вот такие кусты я видела в России в горшочках. У нас уже это почти как дерево вымахало. С самого начала посадили маленьким кустиком, даже прикрывали вот тряпочками, вот что-то вот такое было, помню, солнце палило так, а сейчас вот такой вот вымахал за эти годы. За эти несколько дней выстрелила очень много травы, что мне пришлось занять яму, которая для машины, потому что просто некуда девать. Полить нельзя из-за вот обстановки такой сейчас напряженной с пожарами. А машина приезжает очень редко, которая вывозит растительные остатки. Наверное, раз в 3 месяца. Так, вот это вот... А, алоэ цветет, кстати. Даже уже отцветает, уже отцвело. А это дерево, как Сергей сказал, семейство миртовых. И какой-то родственник фихуи. Так. Здесь у меня есть... А, вот такие мусорки. Если кто не видел, у нас все приподнятые здесь мусорки, чтобы собаки не разгрызали мусор. Так. Это жасмин. Пока он не цветет, но цветет он очень красивыми белыми цветами. Пока все такое блеклое немножечко. После зимы желтоватая. Ну, скоро все заблагоухает. Это огромное дерево, наше авокадо, которое вот в виде игрушки растет, форма в виде игрушки. Здесь называют пальто. Здесь даже никто не знает авокадо. Все пальто называют. Между ними у меня затесалась сосна. И это другая пальто. Совершенно другой формы, такая крупная, большая. Ну, на любителя. Мне больше не понравилась вот эта грушевидная. Так, сейчас покажу. Есть такой кустик, он мне очень нравится. Вечно осенний. Красивый очень. Всегда у него такие вот красно-желтые листья. Так. Ну, тут вот такой вот у нас огромный горшок есть из цемента. Сергей сделал перед домом. Он большой и очень тяжелый. Ну, в общем, скоро все начнет благоухать. Порядок навели, уже легче будет поддерживать, выстригли много. То есть весна-осень, здесь надо вот прям тотально выстригать все, потому что растет все очень-очень быстро, и все оно потом переплетается, и тяжело потом навести порядок. Ну все, всем пока!